на руинах. И, блядь, план дырявый. Слышь, вот заказали, да? Мне сюда машинку заказать. А они туда куда, наверное, зашли, да? Дай сейчас просто отойдем. Все живы здоровы. А что до площади пожара известно? Площадь пожара 300 метров. В этой площади мы ее и локализовали. Вот. И сейчас, я как сказал, полная ликвидация пожара произошла. И будем проводить дальнейшую разведку. Людей в здании нет, это самое главное. Ну, и пострадавшие, естественно. Ущерб, это уже вопрос завтрашнего дня. Спасибо большое, Игорь.